Здравствуйте, окучиваем картошку. Спасибо, что смотрите рекламу. Меня Лена заставила это сказать. Для меня сейчас это очень важно и насущно. Ну и что? Ты должен поблагодарить наших зрителей за участие и поддержку нашего канала. Я благодарю. А мы, в свою очередь, вам покажем, как мы уже окучиваем большую достаточно картошку на 23 мая. Вот она у нас вот такая вот уже выперла. Да, и когда-нибудь мы покажем, сколько мы на рекламе заработали. За месяц. Я понимаю, что это копейки. Но мы же это еще делаем из любви к искусству. Так что одно с другим. Я без намека. Ну просто если бы я смотрел интересный канал, я бы обязательно бы ему помог. Просмотром рекламы. Рекламы всего-то. Да. Лишние 30 секунд жизни потратим на может, того, пока, кто нам помог. Пока идет реклама, написать комментарий, допустим. Какой-нибудь плохой, да? Да. Ладно, все, что мы делаем, делаем вам во благо. Так что, пожалуйста. Хотите, не смотрите. Пожалуйста, подписывайтесь, смотрите нашу рекламу. И хорошего просмотра. Окучиваешь очень высоко, да? Да. Зарываешь с головой картошку. Сюда можно человека закопать, мне кажется, такую. Траншею? Сейчас попробую пока. О, тяпку не поднимай высоко, слышишь, гремит. Сейчас тебя молния это долбанет как следует, вот будет видео. Ну, подожди, если я не закончил еще. Она кривая. Слушай, кривая и очень хорошо. Это вот это для него кривая. Господи, хоть бы не грешилкой, говорят так. Так, вот так мы взрываем картошку. Вот посмотрите, короче, какая она большая уже выросла. Египетские пирамиды. Многие говорят, что это неправильно. Да, говорят нам, что неправильно, а мы считаем, что правильно. Потому что этот холм естественным образом, конечно же, еще осядет. Дождем его еще раз размоет. То есть столоны должны быть максимально длинные по возможности. Когда у вас появились вот эти вот уже зеленые ветки, они уже в белые, конечно, может и не превратятся, но от них пойдут боковые побеги, которые, в свою очередь, тоже будут закладывать картошины. И хоть и говорили, что в холме вот в этом нет картошки, у нас всегда именно в холме и картошка вся. Может быть, потому что мы не очень глубоко сажаем. Ты покажи вот эти вот, как они в итоге получаются. Хорошо, а здесь тебе нельзя показывать на тебя? Нельзя здесь смотреть? Мне нравится, что какая-то она корявая. Ну, я же начала снимать, поэтому будет корявая. Ну-ка я покажу, что значит корявая. Вот корявая, видите? Я не вижу, что корявая, но вот он видит, видите? Кстати, вот там рожь, видите, взошла. Это озимая рожь, в прошлом году засеивали, но взошла очень почему-то интенсивно именно в том месте. Хотя, видите, в других местах нет такого. Рожь алипатична, она не очень хорошо, что вот есть, так скажем, сейчас в большом состоянии. Значит, плохо ты там своим культиватором перемолотил все. Я думаю, что это, Лена, новогодняя. Это я так подсел, у меня удачно. Да? Да, я, это у меня в банке был остаток, я что-то цепанул туда, я вон там сеял. А, нет, я хотел туда цепануть, а у меня ветром перелетел. А, так это ты виноват. А я думаю, что такое, по идее? Я тебя расстрою, это не рожь. А что ты бросил? Это пшеница. А, ну пшеница, кстати, ты зря не расстроишь. Пшеница не так алиопатична. Она не так гасит другие растения. У меня в банке была. Ну все. Пшеница, я хотел туда ее просто куром посеять. А дунул ветер, и она перелетела. Ну и ладно, пшеница и пшеница, сейчас зароешь все равно ее. Вот такое вот окучивание. Это тяжелое для спины занятие, вообще-то. Нормально. Нормально? Да. Тяпка хорошая. Но высоко не поднимай. Молния грохнет тебя. Быстро пожарься. Но стекла это неотъемлемая часть посадки карты нашего участка. Да. Так, вот. Так, у кого есть линейка под рукой, приложите. Ровно ли сделаны эти барханы? Насколько я вижу... своим глазом. Идеально, Александр. Ну, сейчас я еще сейчас буду все показывать барханы. Вот, короче, высоты они вот такой. Если вы видите. Видно же, да? Да? Почему? Знаешь, будут нас осуждать, когда урожай увидят. Вот когда увидят урожай, тогда закусят все губы.
осуждающие. Нет, конечно, все зависит от года. Это тоже очень важно. Какой год будет? Будет дождливый, ничего не будет у нас. У нас участок такой, что... Я прохожусь вот сначала близко к картошке, первой растяпкой. Угу. А потом уже нагребаю подальше. И вот смотрите, то, что мы сажаем, у нас междурядье 80 сантиметров, позволяет нам так сделать. Если посадить близко, вы же не будете прям в картошку соседнего ряда эту тяпку втыкать. Ну, до нее еще прилично. Где? Вот здесь покажу вам. Вот видите, сколько? Бархан тут, а следующий ряд вот он пошел. Вот так.